В Люберецком краеведческом музее проходит детская интерактивная программа, посвященная Масленице. Всю праздничную неделю учреждения посещают школьники со всего городского округа. К воспитанникам 16-й гимназии присоединилась наша съемочная группа. Это первая интерактивная программа, которая проходит в стенах музея с момента снятия ограничений. Перерыв в работе был еще из-за ремонта. Сейчас только часть помещения готова принять посетителей. Сотрудники признаются, звонких детских голосов здесь не хватало. От истории происхождения праздника до традиций и обрядов, которые сохранились до наших времен. Программа, посвященная проводам зимы, включает в себя интерактивную лекцию. Мы их обучаем, чтобы они правильно ходили в музей, они слушали, потому что формат он немножечко другой, он отличается от урока. Мы показываем действительно подлинные предметы, которые хранятся у нас в музее, объясняем, как люди жили в старину, как семьей занимались, как детьми, как воспитывали. Это очень важный момент. После музейного урока истории самое время подвигаться. Вторая составляющая праздничного проекта – народные игры и забавы. Именно так в старину развлекались во время Масленицы. Заключительная часть – творческая. На мастер-классе по разукрашиванию глиняной игрушки ребята сделали своими руками праздничные сувениры. Я поздравляю всех с Масленицей, желаю здоровья и счастья. И чтобы скорее наступила весна, стало тепло. Интерактивная программа для школьников завершится в последний день Масленицы. Тем временем сотрудники музея готовятся уже к новому проекту, посвященному первому полету человека в космос. Луиза Егязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.